Поп-королева Мадонна вновь поразила своих поклонников. Однако затаить дыхание зрителей заставил совсем не постановочный трюк. Во время выступления в Британии певица с грохотом рухнула на сцену. Должной выдержки поп-дивы, уже через пару секунд она была на ногах и, как ни в чем не бывало, продолжила выступление. Позднее в своем микроблоге Мадонна прокомментировала конфуз. По ее словам, всему виной оказался плащ, он был слишком туго завязан. По замыслу, танцор должен был эффектно сорвать накидку, но затянутый узел спутал все планы.